называется распространение в развитии евреев. Когда проклятая царская монархия добивала свое последнее время, она старалась натравить темных работников крестьян на евреев. Царская полиция в союзе с поместниками и капиталистами устраивала еврейские погромы. Ненависть смученных нуждой рабочих и крестьян поместники и капиталисты старались направить на евреев. В других странах сезонистые редко капиталисты разбегают вражду с евреями, чтобы затарить глаза рабочих, чтобы открыть взоры от настоящего врага трудящихся, от капитала. Раздак евреям держится прочно только там, где копала поместников и капиталистов создала беспросветную темноту рабочих и крестьян. Только совсем темные, совсем завидные люди могут верить, устраняемый против евреев. Это остатки старого, крепостного времени, когда попы заставляли сжигать крестов на кострах, когда существовало рабство крестьян, когда народ был задавлен и без власти. Это старое, непогибшее темнота проходит. Народ становится прячь, не евреи враги трудящие, враги рабочих капиталистов всех стран. Мы не имеем рабочие трудящие. Мы не имеем нас братьев, здесь капиталов, наши товарищи по борьбе за социализм. Мы имеем здесь кулаки, эксплуататоры, капиталисты, как и среди русских, как и среди всех нас. Капиталисты стараются запасти и разжечь вражду между рабочими разной веры, разной нации, разной расы. Народ не рабочий, не слышит власть капитала. Богатые евреи, как и богатые русские, как и богатые всех стран, дают друг друга давят и не тут грабят, разъясняют рабочих. Позор проклятому садизму, мучившему и преследовавшему евреи. Позор всем, кто сеет вражду к евреям, кто сеет ненависть и репутацию. За страшное вражеское доверие своего и таких рабочих всех наций, как и за счастливый капитал.